Програма виходить за підтримки фірми «Мегатранс», офіційного імпортера автомобілів «Самант». Страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Главное событие в автомобильной жизни города – новая схема движения, которая заработала с 3 января на одном из самых загруженных перекрестков. Спустя 10 дней уже можно делать выводы об эффективности нововведения. Пересечение улиц Шевченко, Героев Труда, Сидора, Ковпака и спуска Жилярди давно нуждалось в реконструкции. Попытка 4-летней давности навести хоть какой-то порядок успехом не увенчалась. Светофоры просто перевели в мигающий режим, и транспортные потоки разъезжались, руководствуясь только знаками приоритета. И вот попытка номер 2. Светофоров и знаков стало больше, направление движения несколько поменялось, но стало ли лучше? Сложный вопрос. Итак, первое и самое главное изменение – двухстороннее движение по аппендиксу, проходящему вдоль территории АЗС. Видимо, устав бороться со встречниками на этом участке, власти решили вопрос радикально. Теперь здесь три ряда, два из них для едущих с Героев Труда и один для машин, поворачивающих Шевченко. И сразу первая проблема – почему не поровну поделили дорогу? Да, согласен, с Салтовки утром и днем поток транспорта заметно масштабнее, и два ряда для него вроде как оправданы. Но ведь во второй половине дня все выехавшие с Салтовки возвращаются обратно и упираются в одну узкую полосу. Пробки вечером на Шевченко растягиваются чуть ли не до кож завода. Вторая проблема – светофоры. Нет, сами светофоры для города – верх совершенства. Светодиодные, яркие, с режимом обратного отсчета, со стрелками на линзах – просто космос. Жаль, что водители в большинстве до таких высот еще не доросли. Вот типичный пример. Выезд с аппендикса на Гертруду. Здесь светофор с доп-секцией. Опять не могу не отметить, такая стрелка именно здесь необходима. Когда она горит вместе с красным, то при движении в указанном направлении водитель должен уступить дорогу машинам, едущим со стороны Жилярди. Тем горит просто зеленый сигнал. Но почему-то некоторые автомобилисты вместо начала движения при включении стрелки тупо замирают в неподвижности. Не помогают даже раздраженные сигналы в спину от более грамотных товарищей. Надеюсь, что через некоторое время попустят, привыкнут и будут реагировать на стрелку правильно. А нельзя ли вообще без этой топ-секции обойтись? Специалисты НПП «Интеллект Проект Сервис», которые являются авторами этой схемы движения, посчитали, что без стрелки нельзя. И опять не могу не согласиться. Такое сочетание сигналов позволяет увеличить пропускную способность пересечения сразу с двух направлений, прерывая потоки на минимальное время. Да и ширина Героев Труда позволяет. А вот без чего, считаю, вполне можно было обойтись, так это без вот этого второго светофора. Обратите внимание, два светофора на расстоянии 100 метров для машин, едущих по Гертруде в сторону Жилярди. Либо тот, либо этот явно лишний. Пешеходный переход. Откуда куда? Здесь практически нет желающих переходить дорогу, да и ограждение на разделительной полосе таким упражнением не располагает. А вот за что следует сказать отдельное спасибо, так это за пластиковые отбойники. Такое разграничение между потоками крайне необходимо. Зная наших автомобилистов, могу только пожалеть, что ограждение временное. До весны. Потом обещают убрать. И как тогда быть со встречниками? Боюсь, это будет та еще проблема. Я продолжаю обзор изменений, которые произошли на пересечении Героев Труда, Шевченко, Сидора, Ковпака и спуска Жилярди. Специалисты компании «Интеллект Проект Сервис», разработавшие эту схему движения, в общем-то неплохо поработали с направлением Гертруда-Шевченко, но явно спустя рукава отнеслись к выезду с Даниловки и перекрестку со спуском Жилярди. Именно это место теперь станет камнем преткновения и концентрации проблем. На самом деле проблем ровно две. Цикл работы светофоров и дисциплинированность водителей. Светофор на спуске и светофор на пересечении с Героев Труда работают несинхронно. В итоге, когда там загорается красный, аппендикс перед перекрестком быстро забивается машинами, спускающимися с Жилярди. При включении зеленого сигнала для едущих с Даниловки им просто некуда ехать, все забито. Мало того, всегда находятся желающие впихнуть невпихуемое. Залезть в аппендикс, когда там уже все занято. Такие и образуют затор на перекрестке, перекрывая дорогу. Это проблема номер два – дисциплинированность. Ведь есть в ПДД пункт 16.4, который запрещает выезжать на перекресток даже при разрешающем сигнале светофора, если образовался затор. Но когда наших людей запрет останавливали? А это уже вопрос ГАИ. Когда начнут таких наказывать беспощадно, тогда и уважение к запретам появится. А если настроить светофоры так, что при включении красного там, здесь выключалась бы стрелка, то и без затора можно обойтись.
Да из Даниловки выехать было бы намного проще. Ситуацию еще больше усугубляет привычка. Ну, привыкли автомобилисты, что поворачивать налево можно только с левой полосы. В нее все и прутся. А знаки-то поменялись. Теперь поворачивать можно из любого ряда. И те, кто повнимательнее, перекресток проезжают быстрее. Само пересечение Сидора Ковпака и Героя Труда теперь стало беспроблемным, на мой взгляд. А вот чуть дальше, там, где с Шевченко машины поворачивают в сторону Салтовки, есть непонятные моменты. Ну, то, что непонятно лично мне. Зачем в этом месте разрешен левый поворот? В том направлении без проблем можно проехать на предыдущем пересечении. А так пришлось разрывать поток машин, поворачивающих на Героев Труда. И ради кого такой разрыв устроили, непонятно. Куда проще было бы обойтись вообще без второго светофора. Да, он красиво уникален своими зелеными сигналами, но разрешив правый поворот с помощью таблички со стрелкой, можно и без такой красоты прожить. Ну ладно, как я понимаю и как написано в таблице под схемой движения, схема эта временная. Думаю, по результатам 2-3 месяцев ее эксплуатации будут приняты поправки и устранены недостатки. А для водителей, которые вечером не могут попасть домой на Салтовку из-за проблем с правым поворотом Шевченко на Героев Труда, мой совет – поворачивать можно не только здесь, но и чуть дальше, на следующем перекрестке. Знаки это разрешают. Еще одно изменение в порядке движения случилось недавно на оживленной городской магистрали. Правда, в отличие от ранее описанного, в этом случае обошлось без внимания прессы и автомобильной общественности. Проспект Гагарина в районе пересечения с Кирова. Стеклянный надземный переход и ответвление проспекта. Сколько себя помню, здесь всегда было только одно направление движения – к Кирову. Движение в обратном направлении – нарушение. Каково же было мое удивление, когда, проезжая здесь перед Новым годом, я не увидел привычного знака, а на его месте был закреплен совершенно другой – двухстороннее движение. Также точно без пафоса и помпы с противоположной стороны со стороны Кирова исчез кирпич и знак, запрещающий поворот в эту сторону. Теперь это ответвление – дорога с полноценным двухсторонним движением. Больше всего этому факту, несомненно, обрадовались жители нечетной стороны проспекта Гагарина. После недавней реконструкции и появления на проспекте разделительной полосы, для того, чтобы попасть домой при движении из центра, нужно было доехать аж до мясокомбината и, развернувшись там, вернуться к нужному въезду. Понятно, что такие петли выписывать хотелось не всем. Тогда здесь надолго обосновался патруль ГАИ, который явно без напряжения выполнял план по протоколам и наполнению бюджета. И вот теперь такой маневр стал бесплатным. Знают об этом, повторюсь, не все. Тут то и дело можно встретить якобы нарушителя, едущего с включенной аварийкой. Ну, спасет, наверное. Единственное, что несколько смущает, это знаки при выезде с аппендикса. Судя по нижнему, на пересечении нужно ехать только направо. Однако туда никому не нужно. Всем здесь проезжающим нужно как раз налево, вглубь квартала. Ну ладно, на знаки все равно никто внимания из водителя не обращает, поэтому пусть стоит. Однако лично меня насторожило другое. Вместе с изменением порядка движения на ответвлении проспекта произошло изменение и на Гагарина. При движении из центра на пересечении с Кирова исчез привычный знак 5-16, направление движения по полосам. А с его исчезновением стал ненаказуем и вот такой маневр – поворот налево. Если раньше такое случалось крайне редко, то теперь явление постоянное, и этот факт не может не насторожить. Ведь чтобы повернуть, машина сначала замирает на трамвайных путях, фактически блокируя движение прямо по левому ряду, а затем водитель должен успеть проскользнуть в разрыв встречного потока, который дождаться ой как непросто. Обратите внимание, для встречного направления поворот налево проще и безопаснее, благодаря дополнительной секции светофора. А с этого направления такой маневр – серьезный риск. Тем более, что большинство водителей, едущих по Гагарина в сторону центра, не готовы к реагированию на подобный маневр и фактически не обращают внимания на тех, что левее. Ну, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Будьте осторожны. В заключение сегодняшнего выпуска хочется поднять одну тему, которая почему-то старательно ускользает от внимания организаций, обеспечивающих дорожное движение, и ГАИ в том числе. А поводом для того, чтобы вспомнить о проблеме, стал проект изменений в правилах дорожного движения. В проекте обновленных ПДД в разделе «Остановка и стоянка» добавился пункт 15.15, который гласит: «Забороняється встановлення на проїзній частині предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів, за винятком випадків, оформлення дорожньо-транспортної пригоди, виконання дорожніх робіт та обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у випадках, передбачених законодавством». Речь идет в первую очередь о всевозможных способах застолбить, в буквальном смысле, парковочные места для собственных автомобилей и некоторых организаций.
Когда это имело только форму табличек, мало кто обращал внимание на такие попытки. Но когда вдоль тротуара все, кому не лень, начали расставлять ограждения разного вида, чтобы никто посторонний не занял драгоценную парковочную площадь, это начало уже просто мешать. Перефразируя известную фразу булгаковского персонажа, скажу, что парковочный вопрос испортил харьковчан. Попытка найти место, где приткнуть свою машину в разгар рабочего дня, уже превращается для многих горожан в некое подобие квеста. Узкие дороги центральной части Харькова забиты транспортом под завязку. Знаки уже давно никого не останавливают, их воспринимают не более чем элемент пейзажа. Поэтому попытки гарантировать себе или своим клиентам парковочное место вполне объяснимы и понятны, но в 99 случаях из 100 абсолютно незаконны. Напомню незнающим, что городские дороги, улицы – это собственность городской громады, в которую входим и мы с вами, обычные харьковские автомобилисты. Ограничивать наши права на пользование собственностью громады можно только в особых случаях, ну, тех самых – оформление дорожно-транспортные проводы, выкладывание дорожных робіт та обмеження та заборона руху транспортных засобів у пешеходів у випадках, передбачених законодавством. Таким образом, если очень хочется, то все ограждения можно запросто подвинуть бампером вашей машины и встать на облюбованное место у тротуара. Даже если при этом будет ограждение повреждено, не беда. Собственник его вряд ли будет требовать компенсации за ущерб. Ну, разве что этот собственник не полный идиот и готов повесить сам на себя уже уголовную статью 279, часть 1, блокирование транспортных коммуникаций. Именно под эту статью подпадает установка любых препятствий для движения на проезжей части дорог. С парковками вне проезжей части сложнее. И там самовольничать не стоит, а на дороге – извините. Ныне действующее законодательство предусматривает равные права на парковку для всех. После вступления в силу поправок ПДД, надеюсь, внимание к конусам и оградкам на дорогах со стороны правоохранительных органов добавится. А водителям хоть немного, но станет чуть легче припарковаться. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.